Российские чиновники, отправляясь в служебные командировки, теперь обязаны пользоваться услугами только отечественных авиакомпаний. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ уже вступил в силу. В качестве альтернативы госслужащим разрешено летать самолетами компаний стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Это, напомню, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Приобретать за казенный счет билеты на рейсы всех остальных перевозчиков допускается лишь в случае, если на нужном направлении отечественные компании не работают. Представители авиационной отрасли отмечают, что подобная практика распространена во многих странах, например, в Китае.